красиво на улице. Пикселы пошли. Давай снимай, Люся. Такая сказка. Дорога без конца. Дорога без начала и конца. Легла в обед немножечко прижать. Вырубилась. Сплю, короче, с двух уже 5 часов. 3 часа. Я не могу проснуться. Такие сны снятся. И я подумала, от чего сны у нас? Откуда они? Наверное, они от ума. Ум не находит удовлетворения здесь, в реальности. И выкидывает тебя в сны. Там кайфово, там снится то, что тебе нравится, то, что он тебе подкидывает. Ты живешь там в прекрасных дворцах. Делаешь то, что хочешь. Ну, а почему здесь в реальности не можешь делать то, что хочешь? Можешь все. Вот только одна загвоздочка. Понять, чего же ты хочешь. Я помню, я в Ливан приехала с подругой. А сын мой говорит мне: мама, что ты хочешь? Как ангел. И мое сознание так прыг, как, знаете, как сердечко реагирует на что-то твое настоящее. Так же и сознание мое сразу так раз откликнулось, как будто слова из вечности. Мама, что ты хочешь? А я же по-настоящему действительно сама не знала, чего я хочу. Вообще не знала. Даже не представляла. Дорога без конца, дорога без начала и конца. Классно. Просто быть. Вот такое у меня Рождество в снах. Правда. Сон во сне. Чего только мне не снилось, вы даже себе представить не можете.